И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и подписчик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, режим у нас FNAF 1. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А Серега у нас будет выполнять роль аниматроника и нас пугать. Сереге не надоело дудунькать? Или оно само делает, я не понимаю. Так, Чика пошла уже по кастрюлям лазить. Но первую ночью не может прям сильно нападать. Уже те ночи только сможет он. Короче, давай, Серега, сделаем так. Давай ты максимально пытаешься нас убить, а мы постараемся выжить. Давай, все силы на нас кидай. Напишите в комментариях, получится затащить нас одного раза. И подписывайтесь на канал. И ставьте классные лайки. Смотрите, что делает сутками. Фокси получается убить, песни петь. Жестко, жестко. Опа, Бонни уже пошел. Хорошо. Или плохо? Я не знаю. Еще лезут, смотрите. Тарахтят и тарахтят. О, Чика уже стоит с этой стороны. Нифига себе, я же испугался. Так, надо внимательно. Так она не может нас убить. Должна до окна подойти, и мы услышим этот звук. Стремный. Что ты, кастрюля? Все съели, нема уже ничего. Голубцы все съели. Блин, Фокси может резко начать бежать? Или он в первую ночь не может бежать? Вот просто не знаю, когда управлять человек, можно ли сразу бежать Фокси в первую ночь? Если вы хотите, ребята, можете написать в комментариях следующую серию. Я буду управлять аниматрониками. И буду мочить подписчиков. Стоит. Просто стоит и ничего нам не делает. Так, Фредди. Чика. О! Дверь! Фух, я успел. А чё звука не было-то? Да как? Это законно? Так, ждем. Первая ночь энергии много у нас. Как узнать, есть он там или нету? Ребята, дубль 2. Кто написал, что мы пройдем, мы не прошли. Серега нас обманул. Подманил Бонни, а с другой стороны Чикой напал. Эта тактика работает, я знаю. Так, так, так. Серега будет сейчас опять, наверное, жестко нападать. Ну и пусть, а мы затащим. Мы никого не боимся. Слушаем внимательно. Никого нету. Да сколько можно так дудунькать? Блин, мне нравится. Прикольно сделано. Вообще классно, когда человек управляет как-то антуражно, и ты понимаешь, что нападать будут рандомно. Ты не знаешь, как они нападут. Компьютер как-то заскриптован, одинаково всегда делает. А тут Бонни пришел, с другой стороны Чика. Еще так сделали, что не видно, стоит кто за дверью или нет, когда дверь закрыта. Так, так. Все спокойно. Получается, время надо много. Да, часу ночи, пока не начинает идти. Что, сколько дудунькает он. Короче, давай, Бенди, ты будешь справа смотреть, я буду слева. Тут Фокси, может, я успею все-таки. Все, распределили роли. Но я буду тоже помогать немножко. Может, Серега обманщик, может опять нас обхитрить. Уже Бонни стоит. Да, 12 часов уже нападает. Ну, жесткий мужик. Понял, вижу Чику. Чики нету, Чика здесь. Да что ж такое-то? Чика по кастрюлям лазит. Может, так все и ночи пройдем, когда будут нас люди пугать разные, брать там новеньких, стареньких, молоденьких. И будем играть. Так, 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 все, я чекаю, сейчас уже должен Бонни напасть. Так, я уже руку держу на кнопке. Стоим, стоим. Напряженная атмосфера. Никого нет. Я помню, как-то вышел, так и Бонни меня заглючил, он умер. Так что надо быть внимательным. О, напал! Есть! Закрыл, закрыл, закрыл. Закрой, Чека так может убить нас. Эх, Бенди, не знаешь, как играть. Ха-ха-ха, мы еще чуть-чуть бы и слились. Она через окно может так напасть. Ха-ха-ха. Так что, ребята, буду тащить. Один-одинешенек против Сереги. Так, я уверен, что он уже ушел. Отлично. Первая атака, мы отбились как-то от них. Случайно, вовремя я посмотрел.
Смотрите, сколько дудунькает. Ты свет выключи, у нас энергия тратится, красавчик. Говорит, я умею играть. Красава, умеешь. Смотрим, смотрим. Серега, это какой-то жесткий, я вижу. Для первой ночи это реально сложновато. Но мы затащим, бывает и хуже. Никого. А кто следующий на нас нападет, интересно? Ой, кто-то... Да, опять Бонни пришел, смотрите. Получается, Серега в первую ночь не может управлять всеми аниматрониками, только Бонни и Чика. Так, Бенди, смотри внимательно. Чика уже стоит там тоже за дверью. Смотри, вовремя дверь закрой, чтобы мы не слились. Даже если до стекла подойдет, она убивает так. Так, стоит Бонька, стоит. 2 часа ночи. Ночи длинные. В этой части. Опять дудунька. Что ж такое? Прям жесткие. Боня так стоит, он на меня смотрит искоса. Сейчас нападет. Вот чувствую, сейчас нападет. Нет, не нападает. Ну, хочет. Здесь есть? Стоит. Так, сейчас я чувствую, прозеваю нападение Боньки. У нас получается энергия просто так садится, что ли? А ну 61%, проверим, если мы ничего не жмем. Да, садится. А чего? Получается просто так. Молодец, молодец, Бенди, красава. Ушла, все, можно открывать. А, пришел! Есть. Смотрим, смотрим, как уйдет. Должно видно будет, как он тпхается. Все, ушел. Открывай. Открывай, не бойся, не бойся. Отлично, у нас 50% и 3 часа ночи, ребята. Все должно в этот раз получиться. Будем экономить максимально. Какие-то шумы такие прикольные, атмосферные здесь. Серега, что ты слабо нападаешь? Всего 2 аниматроника, давай жестче. Чтоб немножко подспотели подмышки. Так, 15 секунд. Че 15 секунд? Это что, ты ядерную бомбу сейчас взорвешь? 7 дней, а есть 15 секунд. Получается, каждый 15 секунд? Понял. Ой-ой-ой, вовремя я закрыл. Вот это мы красавчики с тобой. Так, нажимаем. Ушел. Здесь. По-любому ушел. Отлично. Ребята, все получается. Сейчас уже будет 4 часа ночи. Давай переключать. Есть 4. Должны затащить. Аниматроники, у них перезарядка каждые 60 секунд. Все, я понял. Каждую минуту можно подать. Значит, можно минуту отдыхать. Вообще, так можно встать и чекать две двери. Тут это на кастрюле лупашит ногами там. Серега, а звуки ты сам, получается, делаешь эти? Или ты просто нажимаешь на аниматроника, он сам ржет там? Ага, ты звуки делаешь. О, Фредди пошел у нас в ход. А, закрывай! Так, смотрим, смотрим. Опа, чувак зашел. Открывай. А, Бонни, закрывай! Фух, это жесть. Сейчас уже будет 5 часов, мы должны затащить. Надеюсь, чувак нам не помешает. Он еще не появился. О, появился. Отлично, отличненько. Ну давайте, 5 часов. Я вам не позволю выиграть. А мы не будем спрашивать. Мы возьмем и выиграем сами. Бонька, есть, закрыли, закрыли. Молодец, Бенди, ну ты красавчик. Красава, да, я понял. Так. Открываем. Открываем. Отлично, ребята, 5 часов. Серега, не получается тебе нас выиграть. Не получается. Я понимаю, что 20%, ну и 5 часов же у нас. Так что мы все-таки смогли со второго раза пройти. Первый раз был пробный, как бы еще Бенди тоже изучает эту игру. Это я уже знаю, как нажимать. Ну это жестче, чем компьютер, Серега, намного. Fucking shit. Серега рассмешил меня. Смотри, как все жмякает подряд все кнопки. А не получается. Так, Бенди, ждем. Сейчас одновременно двумя аниматрониками, скорее всего, придет. Ну я так думаю.
Так, 17%, блин, энергия, не садись. Мы это сделали, ребята. Вы красавчики, сразу видно, поставили все лайки, и мы затащили. Серега пишет, нет. Мы сделали это. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока.